Здравствуйте! Сегодня будем делать с вами голубцы. Для этого нам понадобится полкило фарша. Фарш я взяла говядина со свининой, морковка, петрушечка, лук, томатная паста, яйцо, капусточка и рис. Делаем фарш как обычно. Обжариваем все овощи, лук, морковочка. Добавляем томатик и в конце добавим зелень. Смешаем с фаршем мясным. Добавим мытый рис. Все перемешаем, и фарш будет готов. А затем будем делать необычным способом наши голубчики. Вот я приобрела такую машинку для заворачивания голубцов. Я хочу ее испробовать. И еще необычный способ. Капусту я буду не варить, как обычно, а поставлю ее в микроволновку. Итак, начнем. Сначала сделаем фарш. Сковородка нагрелась. Наливаем растительного масла и обжариваем наши овощи. Первым пойдет обжариваться лучок. Лучок я обжарю до золотистого цвета. Лук до золотистой корочки обжаривать не нужно. Теперь добавляем морковочку. И когда морковка опустит свой сок, будет ей достаточно. Ее тоже долго обжаривать не нужно. Морковка отдала свой красивый золотой цвет. После этого я буду добавлять томатную пасту. Теперь нужно поперчить, посолить. Перемешать. И после этого я беру промытый рис и загружаю в сковородку. То есть рис немножко пропариваю. Сейчас я все перемешаю. Налью немножко воды, накрою крышечкой. И рис мой немножко пропарится. Беру чашечку воды, небольшую такая чашечка. Заливаю. И накрываю крышечкой. Все, подождем. Рис слегка обработан. Прошел термическую обработку. Ну, то есть паром. Этого достаточно. Теперь я в эту смесь добавлю зелень, петрушечки. Перемешаю. Ее обжаривать не нужно, буквально несколько минут. Она отдаст свой аромат и будет замечательный вкус. Она не будет такая жесткая. Перемешаю. Вот так вот получается красивый фаршик. Затем берем мясной фарш и смешиваем с рисом. Смешанный мясной фарш с рисом получается начинка. Та начинка должна остынуть. Затем я добавлю сюда одно яичко. И все. В эту начинку, если добавить 3 яичка, тогда можно сделать вкусное блюдо. В казанчике вода кипит. Берете руками, делаете кружочки.
Вода кипит медленно. Медленно, маленько. И медленно опускаете в эту кипящую воду. И потом они проварятся. Это если капусточку детки не любят. И достаешь эти кружочки, целенькие шарики. Поливаешь сметанкой, кетчупом. Оно на тарелке красиво, как ежики получается. Очень вкусно, и красиво, и полезно. А сейчас мы сделаем капусточку. Вот я взяла капусточку. Пока фарш остывает, мы приготовим капусточку в микроволновке. Для того, чтобы ее обрезать, нам надо удалить вот эту часть. Мы делаем надрезы ножом. 4 надреза на вот этих жестких полосочках. По кругу можно. 4, можно чуть больше. Сейчас я поставлю микроволновку на 750 на 10 минут. Через 10 минут достанем капусточку. Вот я достала капусту с микроволновки. И посмотрите, как отделяются листики. Она очень горячая, но листья отделяются замечательно. 10 минут достаточно. Я отделю все листочки. Очень горячая. Вот такая капусточка у меня получилась. Отделилась она хорошо. Теперь я эту капусту складываю в тарелку. И еще раз поставлю микроволновку. Для того, чтобы листики стали более эластичные, мягкие. Они мягкие, но не настолько, как вареные. Еще на минут 7, наверное, поставлю микроволновку. Вот эта капусточка, что осталась после использования листочков, можно пустить на борщик. Будет 2 блюда, еще борщ сварим. Фарш остыл, можно сюда добавить 1 яйцо. И хорошо перемешать. Вот такую машинку я приобрела. Сейчас будем пробовать. Вот так она выглядит. Эксплуатации, как пользоваться. Все есть. Ладно, сейчас я ее ополосну немножко. Свои голубцы я буду готовить в мультиварке сковороварке. Поэтому на дно я поставлю такие листики, которые обрезала от капусты. Делаем, как написано по инструкции. Берем листочек, укладываем. Здесь делаем углубление, ставим фарш. И у нас должен получиться голубчик. Теперь легким движением руки рычажок прокручиваем. И где наш голубчик? А голубчика нету. Не получился. Машинка не оправдала свое доверие. Сейчас еще раз попробуем. Еще раз устанавливаем листочек. Листочек очень мягкий, хороший. Ставим фарш. Небольшое количество. И начинаем. Все. Ничего не получается. Придется голубцы крутить руками. Все поломалось.
В общем, это все ерунда. Не верьте, не покупайте такие штуковины. Ручная работа – это самое лучшее. Сейчас я накручу голубчики руками. Вот такие голубцы у меня получились. Теперь я накрою их остатками листочков и залью водой. Поставим мультиварку. У меня мультиварка скороварка. Нужно накрыть и включить режим варка 45 минут. Через 45 минут будем пробовать. У меня остался фарш. Я в него добавила одно яйцо. Сейчас будем делать те самые ежики. Вода кипит. Добавляем соли. Теперь чистыми руками берем фарш. Вот так сжимаем. И медленно опускаем в воду. Ёжик я погрузила в воду. Телефон упал, извините. И теперь накрываю крышкой и жду до готовности. Вот такие ёжики у меня получились. А голубчики еще не готовы. Можно сверху полить сметанкой. Это вкус будет детства. Приятного аппетита!